Здравствуйте, уважаемые. Доброго времени суток. Меня зовут Ника. Я живу и работаю в Нью-Йорке. Спасибо, что пришли на мой канал. Значит, сегодня у нас будет видео немножко необычное. Почему? Потому что достаточно много моих зрителей отписались. Помните, мы смотрели большой лот одиночных серёг, и там было очень много безумно красивых сережек. Вернее, там все были, по-моему, клипсы. И определенное количество зрителей мне отписались с вопросом, что же все-таки с этими сережками, как бы очень сильно переживали. Поэтому я сегодня решила показать, что случилось с счастью этих сережек. И в конце я покажу три своих авторских украшения, которые, ну, по-моему, часть из них уже проданы, скоро уедут к покупателям. Значит, что с сережками? Значит, часть серег, ну, те, которые мне показались самые интересные, я забрала для изготовления там каких-то вещей. Часть там, где были красивые кристаллы, ушли на разбор, потому что я предпочитаю пожертвовать одиночной серьгой и восстановить какую-то хорошую именитую там брошь или колье. Вот. А часть я, самые, как бы, которые мне показались неинтересные, я их выставила на аукцион и продала. Вот. Так что с сережками все в порядке, но те, которые остались у меня, давайте посмотрим. Значит, эту серьгу помнят все, она самая, наверное, большая, самая крупная. Ну, теперь это просто брошечка. Я долго не буду фиксироваться так. Вот эта сережка была, да, очень интересная. Сочетание золотого и серебряного металла, авангард. Теперь это кольцо. Я не знаю, я люблю крупные кольца, поэтому для меня это как бы не проблема. Некоторые такие большие кольца не любят. Дальше, помните, да? Это тоже брошка. Я высыплю, у меня достаточно много. Вот это красивая такая. Я долго колебалась между вытащить кристалл или что-то сделать, но нашелся очень подходящая основа для кольца. И теперь это колечко такое крупненькое, конечно, тяжеленькое, но колечко. Так. Дальше. Вот это мне серьга очень нравилась. И, ну, как бы я не знала реально, что с ней сделать. Но решила с нее сделать брошь. Вы знаете, ей как бы вот так приколола. Достаточно интересно. Скажем, бывает намного хуже. Интересно смотрится. Здесь очень красивая вот эта вот оплетка. И все хочу проверить на бакелит, но времени не хватает. Помните вот эту каплю, да? Крупную с жемчужиной. Это тоже колечко. Тоже мне нравится, хорошо так смотрится. Так, что у нас тут еще есть? Ага, жемчужная, красивая, да, за ней стонали многие, и я в том числе, тоже это брошечка. Еще одна, тоже, я думаю, вы ее помните, она яркая, тоже брошечка. Вот эта серьга тоже очень не соблазнительно было вытащить с нее кристалл центральный, но я так поняла, что он вклеен и вытащится без амальгамы. Вот это единственное, что не знаю, что это, потухшие кристаллы здесь с одной стороны, и я думаю, делать с этими что-то или не надо ничего делать. Это тоже колечко. Так. Ну, вот эта брошь, да, под камушек такой. Тоже это брошечка у нас теперь. Так. Это Сара Кавентри, да, серьга. Тоже там все было отломано, переломано. Тоже сережечка. Ой, господи, скажите мне, брошка. Вот эта красота. Тоже соблазн был кристаллики, потому что есть такие редкие, редко встречающиеся. Но разум победил, и теперь это тоже брошь. Ну, в основном, вы поняли, да, такие крупные я броши сделала. Вот авангардная такая, тоже брошь.
Так, вот это такая необычная. Мне почему-то так она понравилась. Я тоже решила сделать такую маленькую брошечку. Так. Ну, вот это сережка. Тоже с очень красивыми кристаллами. Тоже теперь брошка. Так, это тоже брошь. Помните, да, вот крупная с жемчугами. И последняя. Здесь такая вставочка пластиковая, она такого purple тона. Звездочка. Теперь это тоже брошечка. Вот у меня там еще, конечно же, остались, их было очень много, мне еще остались разные. Вот, ну, если что-то интересное будет. Я отобрала самые красивые, самые вот такие, которые мне вообще жалко было с ними что-то делать. Вот, остальные, ну, как бы, мне не жалко. Так, и как я обещала, я хочу показать здесь своих несколько авторских украшений. Так, первое, это вот такая брошь. Таких в сине-голубых тонах. Центральным голубым кабошоном. Так. Вторая тоже брошь. Если первая брошь была симметричная, с соблюдением там всех, так сказать, законов симметрии, да, то есть все на своих местах, то здесь абсолютный хаос. Вообще я люблю подобные вещи. Вот я люблю такое какое-то хаотичное расположение предметов мебели, неожиданное какое-то. И в том числе мне нравится такое неожиданное расположение предметов на украшениях. Эффектно. И та очень смотрится на одежде. И хочу показать еще браслет. Не знаю, сейчас, наверное, немножко мне придется поднять. Секундочку. Потому что он очень крупный. Значит, так, как показать? Вот так, наверное, да? Вот так это выглядит все дело. Такой замысловатый, сложный. Ну, такие вещи я делаю очень редко, в отличие там от изделий, там, не знаю, с бусин и так далее. Потому что это очень кропотливая работа, и это достаточно все долго делается. Это очень не быстро, потому что, смотрите, пришивается бусина, обшивается один ряд такой, бисер такой. Здесь это все как бы подбирается. Все, ну, то есть это не какими-то крупными элементами. Это все, каждая бусинка пришивалась, каждый элементик пришивался отдельно. Сейчас покажу, как это на руке выглядит. Конечно, надо с ним аккуратно, потому что понятно, что элементы такие. Вот. По нему заинтересованы сейчас есть, ну, немножко там приторговываются. И если не выкупят, то завтра я его размещу. А, или он уже, по-моему, размещен в магазине. Броши, по-моему, тоже одна размещена, вторая нет. Так что... Вот так. Ну, сегодня видео у нас коротенькое. Спасибо за то, что пришли, за то, что посмотрели. Я надеюсь, что я удовлетворила ваш интерес в плане одиночных серёг, и вы теперь не будете за них переживать. Всего хорошего. Have a good day. Bye-bye. Ваша Ника.